Всем хай, с вами снова Удир, и это игра Last Day on Your Survival, и мы сегодня будем открывать ящики за талоны, и первый ящик это терминал снабжения за зеленые талоны, и смотрим, что нам выпадает. Нам падает калаш, и с хила нам падает одна аптечка, два бинта. А еду я учитывать не буду. Теперь ящик наборов для выживания. Тут нам падает, так, военный контейнер, и тут у нас колесо чоппера, движок, то есть час двигателя, и глок МК. Три аптечки, три бинта. С большим лутом это боевая амуниция за красные талоны. И смотрим, нам падает миниганище! Миниганище! Ё-моё, миниган. Это я не знаю уже какой, слишком не сильно такие эмоции. Миниган, ладно, я пока тут придержу. И скоро мы активируем дискетку и получим свое песика. Ждите, через секунду увидимся. Вот, дорогие друзья, мы в комнате у инженера. И сейчас закинем просто вот эти составляющие. Заберем свою дискету и сразу же на нее отправимся. Активировать дискету в вот этом тактическом терминале нужно, и нам дают сейчас данные. Данные получены, 12 часов до следующей активации. И давайте сразу же туда отправимся. Дробовика, я думаю, нам хватит. Если не хватит, то это наши проблемы, и мы получим, надеюсь, что получим пёсика. Песика-барбосика. Так, а если реально мальчик попадется, то пускай барбосиком будет, если, конечно, нам такая игра предложит. Ну, ехать, и у нас 80 энергии, это более чем достаточно, если, конечно, не слишком далеко будет. И у нас есть немного бензина в нашем чоппере. И туда далеко ехать. До конца топливо дотратим. Посмотрим, что из этого получится. Все, можно за 30 энергий добежать. За 28. Ай-яй-яй. Что я наделал? Мне топливо не до конца дотратилось, а я раньше времени нажал набежать. Вот. Сколько энергии мог бы сэкономить? Там, наверное, энергии 6. А это очень важно, кстати. 6,5. 30 минут. Целые полчаса времени бы сэкономил себе. Вот так вот мы прикатили его. Все, вот такой вот лесик у нас. И, кстати, не должно быть зараженного ящика. Шанс поменяли. А то реально будет фейл, если зараженный ящик будет. Так, токсичный сразу бежит на нас на такой запредельной скорости. Так, ни одного удара не произведено, но у нас дробовик кончается. И я боюсь, нам надо заглянуть на почту за своей доской с гвоздями. Так, я не вижу. Ну тогда давайте гвозди в доске возьмем. Не будем всех мочить аккуратно. Ага, аккуратно. Вон ящики видим, все, это уже бонус, это не зараженный явно. Да, это армейский. И где ваш щенок? Где ваш щенок? Или он появится, когда я лутать начну? Печально, печально, щенка нету. Ай-яй-яй, токсичный бежит. Где щенок? Ну ладно, надо начать лутать, и глядишь, появится, да. Стабильный 29, 26 кадров, стабильный. Ниже 26 не падает. Ой, как приятно. Еще карта маленькая, замков мало, лагов нету. Я лутаю, и что? Где ваш песик? Гранатомет с миниганом. Ё-моё. Миниган и гранатомет сразу. Одно целое. Ёкарный бабай. Две редкие пушки сразу. Это жесть. Да, я забыл присесть, нажать. И я бы нанес бы тройную атаку.
гранатомет с миниганом в одном ящике. Два минигана за один день. Вот так вот мы олененка убиваем спокойно, без проблем. Он даже не понял, что произошло. И капец, вообще слов просто нету. Стак бинтов. Просто шикарно. Правда, брони фуловой там нету. Ну, фулсета я имею в виду. Движок, ладно. 204 сразу. Блин, чеки хотелось бы. Да, у меня еще зритель есть с ником Блинчик. Прикольно вообще. Звучит для него фраза, однако. Так. Это к чертям все поудаляю. Место надо экономить. Это ладно, оставляю. Еду скину. Все в чоппер. И где ваш щенок? Щенок где? По логике я должен был его получить. Так, талоны скину. Ну и масло. Сейчас надо будет голд установить, а мне в этом помогут ягоды, от которых тошнить не будет. Вот просто жесть. Миниган с гранатометом. Где этот чертов кустик? Вот он. Вот, да блин, он сосновое бревно. Ес, ягодки взял он. Наконец-то. Ну, блинчики хоть... Блин, меня глюкануло. Я уже подумал, щенок это с текстурой протупил. А оказалось, это просто голова зомбака, бегуна. Что я творю? Вот это все сбросить и остальное забираем просто. 20 бинтов, 3 стальные пластины, миниган, просто слов нету. Так, вот этот дробовик я выкину нафиг. Потом, что я смогу еще сделать? C4 на что? На боксит поменять, и все нормально, все, можно уходить вообще с концами домой, на базу свою. Это уже не знаю, какой у меня гранатомет. Я, получается, вроде как третий у меня гранатомет. Один я уже потратил, получается, на слепого охотника. И когда ящик за красный талон открыл, там был как раз-таки эти. Этот гранатомет еще один. Блин, печально, знаете что? Микросхема не выпала. Вот это вот реально обидно. Да, вот миниган. Теперь у меня 3 минигана. И давайте даже сделаем так. Ой-ой-ой. Так, С4 сюда лишнее, явно. Так, огнестрелом меньше стало, потому что у меня... Потому что у меня была зачистка бункера в режиме хардкор. И то я зачищал его еще не полностью. Ну и хорошо, что не полностью, а то я вообще... Потом без оружия выходил бы, и у меня даже дефицит брони потихоньку становится, так что надо будет несколько раз подряд бункер простой проходить на 30 талонов, да? И, наверное, проапгрейдим тогда стеночку себе. У меня явно уже все готово для нее. Теперь идем и берем пластины. Вот, пластины есть, и я начинаю апгрейдить. Ай-яй-яй, железные пластины, я забыл вообще. А, алюминиевые еще пластины же понадобятся, да? Тогда сделаем еще и алюминиевые. Ага. Вот они, алюминиевые. Или там двадцатка реально нужна? Двадцатка вроде, если я не ошибаюсь. И давайте апгрейд базы. Да блинчики хочу я. С творожком, запить все молоком. Так, не туда, и не туда, вот сюда, вот так вот, и вот так вот, все. В принципе, можно было бы окно защищенное поставить, но я захотел именно конкретно вот так вот замутить, вот, чтобы вообще подкрасться нельзя было. Ну, а дальше уже потихоньку буду еще апгрейдить себе, получается,
домик. Вот как раз таки вот это слабое самое звено у меня, оно сразу доступно для зачистки. Вон два песика у меня. Две овчарки. Так, а пластины остальные сюда. Алюминиевые, ладно, тоже сюда. Остальное надо будет ставить, готовиться. Если вам понравилось видео, то напишите в комментариях дискета. Что я сейчас сморозил? Если вы досмотрели до этого момента, то напишите в комментариях дискета. Ну а если вам понравилось видео, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Если хотите меня поддержать, то подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. И также пишите свое мнение в комментариях. Ну а с вами был я, Одер. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новых видео. Бай, шучу. Песик! Серьезно, песик возле пикапа. Мне про него писали. Какого фига мне не выпал еще один песик за дискету? Почему? Какого фига вообще? Черный гром. Вот, пускай гром и остается. Он внутри сразу или нет? Да, он внутри. Получается, у меня уже два мальчика, две девочки. Так, на 23 часа уже, на сутки хватает, да? Надо будет фармить это все, фармить. Мальчик и девочка, мальчик, да? Граф Панда Гром. ГПГ. Ну окей, вот теперь уже с вами был я, Одер. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новых видео. Бай-бай.